Здравствуйте, мои дорогие подписчики и люди, которые меня смотрят. Сегодня хочу вам показать обзор цен магазина Hofer. Это, наверное, очень многие люди хотят это посмотреть. Ну вот, вот он магазин. Он только недавно открылся, как 2 месяца, на нашей улице. Мы вот здесь живем на Ренвик. Так у нас здесь Евроспар, Билла, Лидл тоже переносит. И вот как 2 месяца назад открыли нам магазин Hofer. Мы еще там не были. Сейчас пойдем посмотрим. Нам тоже надо что-то закупиться, сегодня пятница. И мы идем туда, Hofer. Ну вот, ребята, сейчас я вам покажу фрукты. Клубника у нас по 1,79 рубль стоят персики. Нектарины, бананы, апельсины, малинка, голубика, маленькие, что-то кокосы, что ли, вот цены, арбузы вот тоже такие хорошие. Абрикосы, цены, черешня, 1,49 рубль полкило. Ну, такая неплохая чешня, это уже по 2,70. Манго хорошие какие. Мягенькие. Ой, какие хорошие манго. Сколько они стоят? Одна штука 1,49. Ананасы, киви. Ну вот. Здесь у нас идут сладости. Кексы, как называют, печенье, кексы. И вот такие еще очень кексы. Видите, вот, ребята. Печенье. Шоколадки Минки. Это маленькие. Мерси. Вот эти вот очень неплохие тоже. Неплохие. Шоколад. Шоколад. Рафаэлло Нанги Бути стоит в большой пачке. Сюнанки Бути. Монстр конфеты, но не с марципаном. Мне очень вкусные. Эти вафельки очень вкусные покупаю. У меня сейчас есть тофельки. Здесь большая пачка. Тут здесь дорогой тофель. Ананишки, кришки, посмотрим дальше. И мой маник там лазит. Овощи. Хотя сейчас сезон овощей. Яблоки. Яблоки здесь разные. Яблоки цены. Картофель. Шпари на Нанги Бути 1 евро стоит. Картофель. Салат. Брокколи. Морковь, рукола, зеленая фасоль, люблю, обожаю зеленую фасоль. Баклажаны у нас, лучок вот зеленый,
Огурцы. Молодые цукини. Шампиньоны. Цветная капуста у нас. Капуста такая. Ну вот, ребята, помидорчики. Рубль 49. Набор для супа 89. Перец. Красивый такой вот помидорчики. Красивый. Это уже евро идут. Ой, био, био. Ну и цена 2,79. Черики. Такие вот еще перцы есть красивые. Начинять можно. Они прям пахнут перцами. Зелень. Айсберг. Помидорки вместе с ведерком черри. Ну вот. Хлебушек. Цены разные. Печенье, кексы. Также. Колбасные. Вот рыбка красная. Цена рыбки красной. Идут уже местные нарезки. Такое вот мяско, посмотрите, какое красивое. Такое я люблю мяско. Здесь 1 килограмм 7 евро. Это, я скажу, недорого. А наши деньги 7,49, 8. Ну, где-то 600 рублей килограмм. Здесь мясо есть такое вот, есть свежее. 9,90. Уже вот такие вот пельмешечки. Мясо уже в заправке. Колбасные нарезочки. Курица. Грудка. Индюшиная, наверное, грудка. Стейки, курица. Мясные вам нужны нарезочки. Что хочешь, то есть. Паштеты вон недорогие. Сосиски, сардельки. Разных сортов. И с паприкой. И с сыром. На хлеб, бургеры, и дома уже жарят. Моцарелла, 23. Вот сыр, что он такой дорогой, 5 грана по даму, итальянский какой-то. Сыры пошли. Вот ваша Филадельфия любимая. И стоит она 19. Ну, в Спаре, в Филадельфии намного интереснее. Я такой покупала. В Филадельфии. Сыр уже потертый. Рублей 29. С косичками. Торталетто. Тоже недорого. Смотрите, ничего не дорого. По их зарплатам минимальная зарплата 1500 евро. И то это женщина, которая пуцает. Вот это. Это 40. Я тут такой видел уже делал. Это считается магазин как Lidl. Недорогой магазин. Дорогой магазин, считаю. Заправочки уже, видите. Банку помидор не надо брать. Я вон купил, покушал, раз они уже заправлены.
Für wen machen Sie das? Мой ман здесь. Женщина подошла и говорит, нельзя снимать фильм. А я говорю, я не снимаю. Ага. Я говорю, швестер. Так, нельзя снимать. Масло. Нельзя снимать. Ведь здесь нельзя. Это уже пожарились люди. Ну вот, йогурт, масло сливочное. Это тут недорогое масло, но хорошее. Молоко. Яйца. Сахар. Мука. Я. Тоже не купили. О, Маник целую ветку купил. Сейчас я Маник уже доснимаю. Вот пицца. Пицца здесь, он красивая. Красивая пицца. Вот уже полуфабрикаты пошли. Рыбка вон уже, видите, как столько стоит. Нельзя снимать. Сейчас. Забыла спросить. Он уже мяско, видите, какой жареный. Классно. Стоит он вообще. Chicken. О, недорого. О, фабрикаты тоже недорогие. Я не скажу, ребята, что здесь дорого. Ну, это уже специи пошли. Да, я уже не пойду. Цветы. Мне тоже 3 вон евро сколько. €3. Опа. Ну все, дорогие мои. Буду заканчивать свою трансляцию, то на меня здесь уже продавцы криво смотрят. Говорят, что нельзя. До свидания. Кому понравилось, ставьте лайки. И так далее. И тому подобное. Стоит вот рядом, а? И не уходит, чтобы его... Вот это вот вкусное, это лимонное сок. Миндаль. Столько стоит. Ну все, до свидания. Пока-пока. Ставьте лайки.